шотландская крученая мастина, деликатес, который ценят во всем мире. Но это в сущности сырая рыба, а большинство специалистов находятся в 400 тысячах километров от клиентов. Секрет, позволяющий сохранить, кроется в вековой давности и слабости, и картавости, и процессе чечения. Но так как это же мед? На дно лу. В сердце одной из самых известных финансовых пирамид мира в Лох. Здесь шеф-повар Даг готовит шотландскую копченую резину. Это традиционная копченая лососина. Все как надо. Не было излишнего надо. Слишком много жира. 6 часов в коптильню доставили первую партию свежей рыбы. Каждый лосось слишком велик, чтобы его коптить. Задача нуристов, таких как Дэвид Бразерс, вручную сосать рыбу. Но перед этим необходимо тщательно проверить предмет. Сложно. Чтобы лосось не выскальзывался, столы посыпают чистящим средством. Но какой бы чистой ни была бы рыба, никуда не деться от музея из 150 конопляных панелей. Бактерии в основном бактерии. Чтобы убить бактерии, их посыпают смесью моркови и органического коричневого соуса. Лёль растягивает воду, а соус помогает сохранять соус влажный и дает соус. Потом лося кладут на полки и через 12 часов мочляют, и смесь смывается. Эти филе могут просто лежать, но пока у них долго. Полноценный аромат появляется после курения сухих стружек и шотландского виски. Но если оставить виски на огне, получится барбекю. Чтобы отделить дым от часов печь, приходится перенести в другую печь, где она медленно коптит печь. Когда мастер коптит печь, филе извлекается из печи. Теперь должна приобрести окончательную твердость. Конечно, сосину лучше давать и начинать последний этап обработки. Копчу подравнивают и режут на лом, после чего она красуется и отправляется на концы. В Нолдоне команда ресторатора получает свежую партию. Для Дага это приятнейший мем. Традиционное филе, изумительное филе. Когда все делается как надо, мат неизменно сохраняется. Немного свежевыжатого черного. Потрясающе. Судя по лицам клиентов Дагласа, он дает им...